Кремле утверждают, что Украина будет использовать все возможности, чтобы силовым путем вернуть оккупированный России Крым. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что впервые с 2014 года была разработана стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которую тот озвучил во время своего ежегодного обращения к украинским парламентариям. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. «Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион». Как правильно отреагировать на такое заявление Пескова? Ну, как на больные фантазии не очень умного, наверное, человека. Мы прекрасно понимаем, зачем он это делает. С одной стороны, это направлено на внутреннюю аудиторию, показать, что как бы мы вот Крым забрали, мы его никому не отдадим. С другой стороны, они пытаются таким образом все-таки как-то перебить международную повестку и внедрить туда вот этот тезис о том, что нет как таковой проблемы Крыма, да, есть там просто область Российской Федерации, и не стоит про это говорить. Но, как видим, у них вообще это не получается, поскольку это никоим образом не меняет как внешнеполитическую повестку, так и в значительной мере внутриполитическую повестку. Потому что, насколько мне известно, значительное количество россиян, ну, они, может быть, там, ну, где-то на публично признают факт, типа присоединения, да, но на самом деле прекрасно понимают, что это территория, которую рано или поздно придется возвращать. Относительно вот силового пути, о котором говорит Песков, понятно, что Украина для себя определила политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. Основным элементом такого пути является в том числе Крымская платформа, о которой говорил Зеленский. Мы к этой теме еще вернемся. Но вот есть ли вообще такой прецедент, я знаю, что вы еще историк, когда, по крайней мере, в современной истории, что территория была возвращена под состав другой, у которой она была оккупирована в результате политико-дипломатических действий? Ну, понимаете, были комбинированные сценарии, хотя в этих комбинированных сценариях как раз доминировал в том числе и военный компонент. Потому что, то есть это комплексно. Конечно, если мы вспомним историю, которая наиболее близка где-то для Украины и, в принципе, является, ну, для нас одним из образцов возможного, там, ну, невозможного, точнее, будущего возвращения, возможным сценарием, это хорватский сценарий, да, то есть там совмещение политико-дипломатических путей, но там была и несколькодневная военная операция. Да. Которую хорватская армия провела, они подготовились очень хорошо к ней, она не привела к каким-то там массовым разрушениям, то есть это очень важный момент, важное уточнение, очень точечно, очень четко все было сделано, но она была. Поэтому мы должны понимать, что когда даже мы вернем оккупированные территории, ну, силовой момент может быть в каком плане, что какая-то все-таки часть, ну, во-первых, российских граждан, которые были привезены на эту территорию и которые, по сути, возглавляли те или иные учреждения оккупационные режима, они же ответственность так или иначе должны будут понести. То есть либо они выйдут, либо если они останутся, ну, к ним будут вопросы со стороны правоохранительных и судебных органов. Ну, кто-то может это назвать силовым сценарием. То есть отбрасывать его, безусловно, нельзя еще по одной простой причине. Поскольку может быть такая ситуация, когда Россия выступит опять в очередной раз как сторона, ну, агрессивная, то есть они поведут какое-то там наступление, могут получить ответочку, которая закончится для них возвращением наших территорий. Это тоже возможный сценарий. Потому что мы просто все, когда вот их обсуждаем, мы говорим применительно к действующей российской власти. Так. Рано или поздно она поменяется. Вот на кого она поменяется, это на самом деле, ну, вопрос пока достаточно открытый. Я думаю, что понимания в самой Российской Федерации по этому поводу нету. Поэтому у нас должны быть разные планы. Начиная от военных операций и заканчивая политико-дипломатические какие-то там механизмы, которые мы сейчас действительно используем. А военные мы используем исключительно в контексте защиты, ну, наших территорий, границы, да, поскольку там, мы знаем, ну, на востоке, на юге, слава богу, пока этого нету, но все возможно. Какие-то провокации могут
возникать. Но Песков будет и дальше эту тему максимально раскручивать, понимаете, потому что она им еще выгодна с точки зрения апелляции к НАТО, которой они вот в последнее время занимаются, да. Что вы нам дайте гарантии, там, какую-то бумажку подпишите. То есть вообще это странная очень риторика, не употребляются такие как бы вещи. Мы к этой риторике да, еще да. обязательно... Но им это надо для чего? Вот они говорят, смотрите, Украина может как бы силой вернуть, поэтому, а вы когда, если будете принимать в НАТО, значит вы ее провоцируете это делать. Поэтому вот такое заявление, к нам очень спокойно надо на него реагировать. То есть либо комментировать, как мы обычно это делаем, я имею в виду наших дипломатов и министра иностранных дел, либо вообще не обращать внимания, поскольку у них они регулярно возникают, и в основном они только касаются внутренней аудитории. Ну, мы обязательно вернемся еще к НАТО, к этим гарантиям. То, что говорил Лавров, не только и о встрече министров иностранных дел в Стокгольме, но вот тема, которую мы с вами затрагивали, Крымская платформа, я бы хотела в этом контексте еще несколько вопросов обсудить, учитывая, что Зеленский в своем выступлении недавно в Верховной Раде сказал, что Украина ожидает предоставления от Организации Объединенных Наций статуса международной организации для Крымской платформы. Ну, у меня для начала вопрос. Вообще у ООН есть такой мандат предоставления такого статуса? Такой мандат есть. На самом деле при ООН существует огромное количество различных организаций. И там есть, которые непосредственно в своем названии содержат вот эту аббревиатуру ООН. Ну, например, там проекты развития ООН, про ООН и многие другие. Так и те организации, которые создаются как дополнительные, но они действуют под эгидой Организации Объединенных Наций. Это очень важный момент. Я, с одной стороны, знаете, как-то вынужден, наверное, с определенной печалью констатировать, что мы не увидели какой-то большой эффективности от Крымской платформы, на которую, возможно, мы там ожидали. С другой стороны, вот это заявление президента все-таки показало, что работа ведется, и если этот статус будет получен, это, конечно, даст дополнительный импульс и дополнительные возможности давления на Российскую Федерацию. А я на секундочку напомню, что... каким образом? Вот что даст смотрите, этот в Организации статус? Объединенных Наций в контексте Крыма ситуация у нас благоприятная на сегодняшний день. Регулярно резолюции, голосование, полная поддержка Украины. Там есть маленький какой-то клуб стран-изгоев, по сути, или сателлитов там России, которые там до 13, которые в унисон с ней голосуют, но они не имеют никакого влияния вообще на международной арене, поэтому на это можно особо внимания не обращать. Но официальный статус при Организации Объединенных Наций приводит Россию к одной очень значительной проблеме, поскольку если представители этой организации с какой-либо мониторинговой миссией, с миссией там, по поводу, например, помощи политическим заключенным крымским татарам, что мы регулярно видим на территории оккупированного Крыма, когда они без суда следствия занимаются, по сути, репрессиями. Одно дело, когда они отказывают Украине и говорят, что это наша территория, мы вас пускать не будем, или каким-то представителям там отдельных европейских стран. Другое дело, если это будут представители международной организации. Так они и так отказывают, ведь у нас есть много таких прецедентов, когда даже... Красный крест хуже здесь работает, но тут, понимаете, будет еще какой момент, его надо будет просто правильно информационно использовать. Член Совета Безопасности отказывает организации, которая под эгидой этой организации, членом Совета Безопасности, которая является. Что позволит нам, возможно, в дальнейшем далее раскручивать тему реформирования вообще Организации Объединенных Наций. Уже неоднократно эти вопросы поднимаются. Причем, что очень интересно, не только Украиной. Если мы сможем собрать значительный, скажем так, класс вот этих стран, которые будут выступать за необходимость реформирования, возможно, нам как-то удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Потому что ситуация... Для этого нужно? Нужен консенсус этих стран. Что должно произойти? Критическая масса стран, первый момент. И тогда можно будет попробовать задействовать механизм именно ассамблеи. То есть не Совета Безопасности, а ассамблеи. Для меня, например, ситуация дикая. Очень дикая, с точки зрения даже дипломатии. Я понимаю, для чего создавался там Совет Безопасности, что ООН имеет там своеобразную структуру, достаточно бюрократическую и так далее. Но действительно, когда принимался этот устав, там не было записана одна важная вещь. А что делать, если страна, член Совета Безопасности, будет обвинена в ведении агрессивной войны? Неужели не предвидели? Я думаю, что не предвидели. Почему не предвидели? Поскольку ООН создавалась после войны, мы понимаем, что в ожидании, предчувствии и где-то в предвкушении новой войны, холодной где-то в каком-то таком плане. И думали, что такое разделение будет, может, не вечно, но как бы там сотня лет, И в этом плане страны ядерного клуба на тот момент, они специально заложили, не написали про это, оставляя себе какую-то возможность для маневра.
Ну, мало ли, а вдруг мы будем эти войны вести. Понимаете, что по большому счету некоторые страны, даже Соединенные Штаты, по каким-то определенным моментам можно было обвинить, ну, вот война во Вьетнаме. Понимаете, что формулировка может быть разная с точки зрения такой или с точки зрения такой. Хотя, конечно, то, что творила Россия, ни одна страна, которая является членом Совета Безопасности, никогда не делала. То есть, ну, просто наплевательское отношение ко всему. И вот, а Китай? Да, ну, Китай, он как бы не захватывал соседние страны. Да, там есть, ну, проблема, претендует, смотрите, правда, там на Тайвань. Есть проблема Тибета, мы это понимаем, но тут опять-таки исторические моменты. Была проблема Монголии когда-то части, да. Тайвань пока независимый. Если там что-то произойдет, я думаю, что это либо вот на тот момент окончательно расколет Организацию Объединенных Наций, либо, ну, действительно будет переформатировано все. Ну и плюс ко всему, насколько я понимаю, уже есть ряд стран, которые говорят о необходимости реформирования организации. Это не только Украина, масса в том числе стран. И Турция. Помните, на дипломатическом форуме Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Дунья бештени бари диль, то есть мир не состоит из пяти. Ну и в том числе. Знаете, можно по-разному относиться, например, там, к президенту Турции, но логика в его словах есть, и она абсолютно. То есть масса стран, которые сейчас претендуют уже на статус даже не столько региональных лидеров, а сколько, например, там, панрегиональных, или где-то выходят на уровень глобальный, они ограничены в возможности влиять на принятие решений, потому что есть пятерка старых стран, которые решают, что делать и как делать. И для меня вообще место России там странное, поскольку... Особенно после плебисцита, кстати, своего... Тут масса других моментов. То, что они себя там назвали этими наследниками там Союза Советских Социалистических Республик, это все, конечно, прекрасно, да, но это не отменяет того факта, что, например, украинская, скажем, доля там в победе, или там доля Беларуси, или многих других республик, она не меньше, иногда даже больше, чем доля, например, России. Поэтому вот голос этих стран увеличивается, их становится все больше, и страны задают чисто экономически даже вопрос, очень простой, поскольку вот это, ну, там, Совет Безопасности, особенно некоторые страны типа России, они же не только на политику влияют глобально, они в том числе влияют на глобальную экономику. И другие страны говорят, подождите, мы же как бы все рассказываем о торжестве демократии и о том, что у нас после 89 года увеличилось количество демократических стран, их сейчас больше, чем авторитарных и так далее. А механизм принятия решений в Организации Объединенных Наций, ну, несколько не демократический по отдельным вопросам. Давайте его изменим и перейдем к плохому большинству. Мне кажется, вот когда будет критическая масса, и если эти страны смогут объединиться, то есть, ну, выступить единым фронтом, какой-то один голос у них будет. А что может стать триггером? Триггером может стать, ну, по большому счету, что угодно. История с Тайванем, которую вы вспомнили. Хотя, вот, кстати, есть одно существенное отличие. Китай никогда не признавал Тайвань независимым государством. Да, то есть, это они всегда говорили, что это наша территория. Россия неоднократно в международных документах говорила, что Крым — это территория Украины, да, то есть у них не было никаких претензий, поэтому даже вот чисто формально тут есть уже существенные различия. Триггером могут стать вопросы, связанные с какими-то новыми глобальными вызовами, там, продовольственная безопасность и многие другие, где начнется перетягивание, например, одеяло на сторону вот этих вот старых стран, которые имеют право вето. Вот посмотрите, история с вакцинами, на самом деле многие другие страны заставила, ну, задуматься о том, насколько честно распределяются ресурсы, в том числе через механизм Организации Объединенных Наций. И до сегодняшнего дня многие говорят о том, что даже распределение этих вакцин, оно не сильно честное. Почему? Потому что более богатые страны берут себе первые, берут больше и так далее. И вот когда, опять-таки, критическая масса этого будет, я думаю, что это потянет за собой, ну, целую цепную реакцию, и ООН необходимо будет реформировать. И очень важно, чтобы вот в этой всей истории Украина была где-то в первых рядах, тем более у нас есть действительно проблема, которая несет огромную опасность вообще для всего мирового порядка. Поскольку в 2014 году Россия не просто аннексировала, оккупировала Крым, она показала всему миру, что в принципе, да, это можно делать, и другие страны как бы закроют на это глаза, или их реакция будет недостаточной для того, чтобы вернуть эту территорию. Ну, а представьте... Она это еще показала в 2008 году. Ну, она, понимаете, вот история с Грузией, она прошла, ну, менее заметно,
конкретно, при всем уважении и любви к грузинскому народу, ну, в силу как бы неизвестности про эту страну вообще в мире, и в силу того, что они вот били по вот этим вот моментам, которые связаны с внутренними какими-то противоречиями, которые были в Грузии, в Украине ничего этого не было, да, то есть мы страна в центре Европы, страна, которая уже стала известна миру, например. Они пытались сделать что-то подобное, конечно, на Востоке. Они пытались, но у них не получилось. Ну, страна, известная миру, в 91-м году стала, потом в 2004-м году, в 14-м году, и поэтому этот вариант как бы не прошел, и Украина стала вот кейсом, как модно сейчас говорят, для многих других стран, которые стали думать, а что будет, если завтра у нас зеленые человечки там появятся. Некоторые другие страны, наоборот, стали учить опыт России, а как с помощью гибридных методов вот такого просачивания, промывки мозгов и так далее, можно будет захватывать другие территории. Я, знаете, более чем уверен, что через определенный период времени, ну, скорее всего, это несколько десятилетий, Россия просто получит точно такую же ответочку, вот в очень похожей ситуации, только со стороны какого-то другого государства. Скорее всего, это будет Китай.